яркий и, скорее всего, очень результативный баскетбол. Морган, красивая передача, работа Моррисом Дуры из-под кольца. Дур первый, Гренов здорово поработал на щите. И Реймар Морган тоже здорово поработал на щите. Они оформили вдвоем 6 подборов нападений. И доводили свои атаки до бросков хотя бы. И все-таки большая часть этих бросков были точными. Хорошее яркое начало, которое было организовано в первом матче. И тот не стал бросать 5 секунд. Морис Эндур, красивый проход, задавливает соперника, задавливается покорять баскетбол NBA. И, в общем, несмотря там на очень яркую студенческую статистику соперника, трешечка сведения и дальний подбор за Эндуром. Он отправляет поработать здесь Джамара Смита и сам Морис Эндур. Проход почти от кольца до кольца. Он так передачку на партнера сделал, Эндур делает перехват. Хороший первый шаг от Маколума, еще лучше передача от Эрика. И Морис Эндур очередные 2 очка цели. Но не решился на бросок. Колесников здорово бросок показал, создал свободу для Морис Эндура. И второй мимо, подбор, Маколум. Эрик красиво, ой, какой пас! Эрик как круто объехал сейчас вот услугу. Харрис, о, как этот пас прошел на Эндура. Там такое ощущение, что передача прошла кому-то между ног с разворота. Нет? Нет. Хороший какой проход с красивыми шагами. Статистику американцы очень адекватные решения принимают, работают на команду.